Всем здрасте. Другая жизнь приветствует вас. Ребята, хорошо-то как, вы себе представить не можете. Ролик, кстати, назовем «Осенние туманы». Сейчас здесь их особо не видно, но третий день стоят и над Москвой, и над областями, вот над Ярославской. Туманы прям густые-густые, даже днем. Кто видел, тот знает. Просто обалденно. Время 7 или 8 утра. Рассвело, кстати, поздно почему-то, 7:30 только. Мы в 6 встали, еще темно, думаю, ё-моё, когда рассветет. Ну, ноябрь, чего удивляться. Вы не представляете, как хорошо, как мы хотели выбраться куда-нибудь в лес, на природу. В этом году обстановка такая вокруг нас не очень равномерная, скажем так. Постоянно какие-то непонятные движухи, и в итоге у нас очень мало выходов получилось. Сезонов-то видео выходит буквально раз в 2 недели, я и так растягиваю, потому что не успеваем. Обычно шуровали в том году там видео в неделю, а в позатом году вообще 2 видео в неделю. Столько было много выходов, сейчас практически их нету. И то рванули, считайте, на 1 день, ну, на 2 дня сюда, в Ярославскую область, пчел проверить, типа, чисто вот на зимовку их запаковать, скажем так. Как всегда, пренебрегли безопасностью, полезли практически не одетыми к ними вчера, ну и получили. У меня вся левая рука сожранная, пролезли сквозь куртку пчеловодную сюда в рукава и начали долбить меня там, а я же его не скину, они меня там кусают, я чувствую, ну жалят, не кусают, пчелы не кусают, они жалят, кто не знает. Вот. В итоге вся рука вчера весь день болела, сегодня всю ночь чесалась, ну нормально, я насчитал штук 8 что ли этих, повыдергивал, жал. Хорошо получили, но пчел упаковали, все нормально. Правда, хорошо. Меня только в руку, потому что она забралась ко мне в карман. Ну да. Короче, задумка такая. Здесь с этой стороны были вот в тех краях, а мурочи 3 штуки или 4, ну их там вообще больше гораздо дальше, но здесь рядом, по-моему, 3 или 4, да, сколько их тут? 3. 3, да. Прям рядом. Вот, а здесь начинается овраг подальше немножко. И этот лес мы никогда не проходили, не смотрели, что в нем, что это за овраг, бог его знает. До темноты, если сейчас я сказал 8 часов утра, ну часа в 3 уже начинает смеркаться, поэтому ну вот 5 часов живого времени. Поэтому не будем затягивать и пойдем скорее в лес, пойдем. Туда. Да, вот туда. Пойдемте с нами. Сейчас показать хочу выворотни, когда их проходим. Раз. Смотрите, красиво там смотрится. Еще. Он еще один здоровый. Вон он. Сейчас идем. Тут немного сигналов. Кованый гвоздик. Кусочек серпа какого-то доисторического тоже кованого. И вот здесь такая типа болотина, край поля. А нам вот туда, в сторону оврага чуть-чуть. Сейчас пролезли вот этот вот ветровал, так называемый. Сумасшедший. Продолжаем исследовать эту локацию. Фух ты, хорошо. Сегодня не буду лениться, буду снимать дела лесные всякие. Не касаемые копы. Смотрите, тема интересная. Видите, линия елочек ровная. Прикольно. Такое ощущение, что кто-то их посадил. Фактически, присмотреться. Ствол старой елки упал. И прям на нем повырастали. Из него, да. Новые елочки, прям ровные линии. Прикольно. Не часто такое увидишь. Прям идеально ровно, видите? Вот так вот бывает интересно. Ушли оттуда, с той низины чуть-чуть, да, вот вдоль как бы того оврага. И начались такие холмики, рощицы, ельнички. Я не знаю, как их назвать. Раз, вон, два. А здесь, ну, короче говоря, судя по всему, здесь когда-то были тоже вырубки, суть по виду. А вот эти прогалы остались. Все это на холмиках. Вот. Железа практически нет вообще. Так, иногда что-то попадается. Вот сейчас еще один кованый гвоздик нашел вот здесь, в этом лесу. Здесь с краю первый цветной сигнал. Сейчас покажу. Пуговица гирька. Затертая, тоненькая.
Бил черным сначала, ну таким. Кто с траком ходит, тот знает. Он черный, да не черный. Вот так усенькая. Забираем, находка старая. Лёва там что-то роет, вон там, в том ельничке. Сейчас вот так двинемся этими холмами в сторону бывшей деревни. Посмотрим, что, может, найдем что-нибудь еще. Вот, друзья, прошли там поле. И вот заросли. Это, собственно, и есть урочище деревни бывшая. Мы здесь, кстати говоря, ни разу не были. Где что стояло, пока непонятно, только пришли. Но, понятное дело. Но здесь даже больше не на сами дома похоже, а огороды, сады, вот, скорее всего, что-то типа того. Какое-то колечко нашел. Уж больно тонюсенькое. Ну, могли из проволочки делать украшения такие, потому что размер похож. Фиг знает. Наушник отвалился. Слышите? Внутри. Сам динамик. Ладно, с одним ухом похожу. Что страшного. Давайте здесь посмотрим. Тоже интересно, здесь же не были. Сохран, так, конечно. Ну, сохран, да. Короче говоря, первая монета у нас здесь, вот под бревном. Да? Сохран не очень. Не особо здесь копано, потому что, я так понимаю, летом здесь бурелом, здесь заросли травы. А сейчас, видите, все легко. А весной сюда фиг проедешь. Да, и сейчас там мы машину-то оставили в километре отсюда, потому что там глина. Да, копейка серебра. Убита? Ну да. Ну, это как обычно. Ну, хотя бы понять, что это такое. Ну, да, покажу. Ладно, посмотрим, что еще здесь будет. Вот такая вот. Я еще лопатой ее присадил маленько. Привет. Думал, хрень какая-то глубоко под бревном. Ну, вот я не вижу, чтобы прям коплено или шуфлено. А непонятно, где дома были. Мы, наверное, еще просто не нашли. Здесь огороды были или сады? Здесь вот в ту часть вот точно были огороды. И вот там вот идет канава. Ну, сейчас туда еще сходим, сейчас за канава. Поглядим. Канава современная. Да? И накат, видно, кто-то сюда на машине ездил. Скорее всего, охотники. Да ездили, конечно. Итак, друзья, ладно, ориентируемся, потом включаемся дальше. Птички поют, тишина. И где-то на горизонте техника работает. Так, спустились сейчас вот сюда. Даже молитва немножко. Здесь не канава какая-то, вот как Люба говорила, и... К сожалению, печаль. Вот такая штука. Сейчас. Верхушка. Часть киотного креста вверх, крупного. Ну да, то есть он, по сути, вот у него вот так вот был. Ну, здоровый был, да. Вот так. Еще вот он вот такой был, стопудово вот такой вот. Ну, то есть с ладонь. То есть он где-то вот, да, и ладошку-то. Ой, вот ладошку. Так вот он был. Ну, наверное, здесь да. Здесь вот так и вот так еще. Сейчас мы здесь покрутимся, может быть, конечно, но очень я сомневаюсь. Звонил-то, я думала, пробка. Ну, какие пробки? Я пробку уже в том году выкопал так, энкалпион. Кто не смотрел видео, посмотрите, в уголке сейчас будет. Тоже пробкой звонил. Я думаю, ну, пробка, как копнул, охренел. Псевдоэнкалпион. Увидите, что это такое. А здесь вот такая красота. Сто лет по урочищам не шастали. А вон дорога. Это вот эта современная? Да, да? А, да, ну да. Прям здесь она, да. Если по ней вот туда идти... Подожди, это да. Еще одна дорога. Да. Одну-то мы прошли. Это вот междорожье вот это. Вот та дорога, это та, по которой мы бы поехали. А эта дорога чуть в стороне, которая расквашенная в самом начале. Да, 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 да. Ветерок поднялся и накрикал бы, и не надул беды в форме дождя. До машины очень далеко. Короче, мы дошли до реки, вон там внизу река, Люба туда пошла смотреть. Я вот там ниже спускался уже. Такая глубокая достаточно. Разведка продолжается. Сейчас попробуем вот там деревня, урочище. Сейчас вдоль реки попробуем. Здесь, в принципе, идти можно, папоротник лег. Прям вот берегами. Можно на что-то и наткнуться. Фух, язык заплетается. По горам по этим лазить с приборами, с рюкзаками, со всеми делами. Рекомендую попробовать, кто не пробовал. Весьма занимательное занятие.
Ну что, друзья, выскочили мы из леса, по дороге прошли, ветер сильный поднялся, там пошел бурелом. Потом по треку посмотрим, что мы находили, и будем уже принимать какие-то решения дальше. Остался у нас где-то час, сейчас вдоль дороги ехали, по любимой полянке пройдемся туда-обратно и домой.